Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И кто из вас скажет: блин, Макс, ты уже снимал, ты уже показывал. Да, я много чего показываю, по два раза, по три раза. Потому что иногда, знаете, как ребенку-то, один раз сказал, второй раз сказал, третий раз сказал, и он все равно ничего не понимает. Это не говорит, что ребенок тупой. Это говорит, наверное, что, скорее всего, родитель плохо подает информацию ребенку. То же самое и у меня. Мне грех жаловаться, я в данном комплексе продал прям недавно, за прошлый месяц 5 апартаментов. Само собой, купил и себе. Почему? Ну, вот кто спросит, почему? Да, вот как Земфира даже спрашивал, почему? Да, потому что на данном этапе это единственное место в Сочи, где вы можете купить законный объект, который строится с уведомлением о строительстве. Это единственный вариант, где вы можете купить себе хотя бы что-то, продавая что-то, понимаете? Минимальная стоимость 3 600 000 рублей, и это будет 17 квадратных метров. Кто-то скажет: Макс, 17 квадратных метров – это мало. Да, если взять 2 по 17, то получится уже, соответственно, 34 квадратных метра. И минимальная стоимость 6, получается 120. Но почему я сюда приехал еще раз? Потому что условия хорошие сделаны. Еще раз повторюсь, для риэлтора условия плохие, но для вас условия просто супер. Почему? Давайте попробуем с вами на эту тему как раз пообщаться и поговорить. Ну, первое, ребят, что хочется сказать. Первое. Это дома. Они все равно красивые, как ни крути. Красивые, хорошие дома. Кстати, дома все будут располагаться вот именно вот так вот. Вот этот один дом у нас стоит непонятно как. Все дома располагаются у нас вот именно вот так. Теперь, что хорошего? Это цена 17 квадратных метров и ценник 3 060 000, это в стройке. В стройке, даже вот здесь, вот видите, вот, который дом, даже там в стройке можно при желании, само собой, купить. А стройка ведется. Даже несмотря на то, что у нас каждые там 20 минут погода меняется, то дождь, то еще что-нибудь. Хотел сказать, снег нет, снега нет, приврал бы. То дождь, то еще что-нибудь. И вот в этих домах можно купить. Теперь, почему я здесь купил? Да, и у меня задача стоит здесь купить 6, там, от 6 до 10 апартаментов. Потому что сейчас условия хорошие. Вы можете внести 50% первый взнос и 50%, соответственно, будет у нас на финише. Это, ну, не на финише, там, до 1 марта. Посмотрите, к примеру, такой апартамент 17 квадратных метров. 17. Да, кажется, для жизни мало. Я с вами полностью согласен. Для жизни это пипец как мало. О, кстати, прикольно сделано, да? Красавчик. Опаньки, опа. Да. Просто красавчик. Извиняюсь. Привет, красавчик. Блин. Да-да-да, снимаю видео для умных людей. Да-да-да, для умных. А что, бывают такие? Да, бывают умные, да. А глупые бывают? Бывают глупые, да. Они покупают на... Не буду говорить где. А мы где находимся? А мы находимся в Адлере. Ага. А это Сириус? Нет, еще не Сириус, но скоро будет Сириусом. Итак. Ну вот смотрите, 17 квадратных метров, вот это с ремонтом. Вот, например, вот такой вот ремонт, в принципе, ремонт довольно-таки неплохой. Да, это бюджетный вариант ремонта, но он хороший, достойный, нормальный ремонт. И вот с таким ремонтом, получается, немножечко плюс будет удорожание. И сейчас вы можете купить вот с таким ремонтом вот такую студию за 3 700 000 рублей, но в стройке. Соответственно, 1 500 000 рублей вносите здесь и сейчас, 1 500 000 рублей вносите 1, получается, марта, а еще 700 000 вы берете за ремонт и вносите тогда, когда вы решили делать ремонт. Условия более чем гуманные. На финише вы получите вот точно такой же ремонт. Честно. Соответственно, это 17-ка с двумя окнами. Удобно. Все. Кстати, доплат за газ нету, а здесь будет у каждого дома газовая котельная. Электричество есть,
по 5 киловатт на квартиру выделено. И, если не ошибаюсь, вода тоже есть. И канализация идет, соответственно, центральная. Это еще одна семнашка. 17 квадратных метров. Она с одним окном, но, в принципе, особо ничем не отличается. Я беру не для того, чтобы здесь жить, а для того, чтобы сдавать, и чтобы мне вот такая площадь приносила определенные деньги. Да, можно купить апартаменты, например, не буду говорить, в Адлере, в курортном городке, там за 21 миллион рублей, и ты не знаешь, когда это отобьется. О, привет, мальчишка. И ты не знаешь, когда это все отобьется. А можно здесь купить? Получается, тратя всего лишь в общей сложности вместе с ремонтом, с техникой, с мебелью и так далее, 4 миллиона рублей, грубо, да, 4 миллиона рублей, и учитывая, что это еще и рассрочка есть и так далее, мы по факту получаем готовый бизнес под ключ. Теперь давайте по поводу того, почем будет сдаваться и как будет сдаваться. Потому что многие же, там же эксперты, никто никогда в жизни не сдавал, но при этом все прекрасно понимают, что они являются экспертами в этой области. Вчера у меня один эксперт в области сантехники, называется уборщица, она взяла и решила мне что-то там стояк какой-то прочистить. В итоге теперь у меня все течет, и я вынужден сегодня звать Вячеслава на помощь, чтобы он все устранил. Потому что кто-то подумал, что он эксперт. Раз она умеет хорошо убираться, значит, она и разбирается в сантехнике. Но оказывается, нет, нифига, не разбирается в сантехнике. Это 20 квадратных метров, стоит немножко подороже. 3,5 миллиона рублей можно купить. Также можно взять рассрочку. Но самое интересное, что в аренду они будут одинаково приносить деньги. Теперь, что касается, почему здесь будет в аренду приноситься деньги. Во-первых, есть уже управляющая компания, которая будет этим заниматься, доверительным управлением «Тарас». Да, они будут себе забирать 30%, а 70% будете получать вы. Соответственно, управляющая компания заинтересована как можно больше сдать апартаментов в ремонт, в найм. В готовом доме черновая стоит 5400. Я вам предлагаю за 3 миллиона 60 тысяч рублей. Соответственно, почему управляющие? Потому что чем больше они сдали апартаментов, тем больше они получили денег. При этом, почему здесь будет сдаваться? Да, ответ очень прост. Потому что здесь, в данном комплексе, будет бассейн, будет сауна, будет, соответственно, зона отдыха. И это такой своеобразный оазис, который находится в окружении вот такой красивой зелени. До Рыбалки здесь ехать 5 минут, до Красной Поляны грубо ехать 25 минут, до Олимпийского парка 15 минут, до аэропорта 5 минут, до железнодорожного вокзала 10 минут. Локация бомба. Учитывая, что здесь будет у нас также управляющая компания уже все огласила, что будет также трансферт. Например, вы приехали отдыхать, вас на море отвезли, вас на море привезли. До моря 15 минут. Зимой вас на Красную Поляну отвезли и обратно привезли. Это очень удобно будет. И многие будут воспринимать здесь отдых не как в квартире, но при этом здесь у вас будут всевозможные там, не знаю, там, условия, да, в том числе и не знаю, там, кухни и так далее. Ну и в целом вы можете в том числе здесь и сэкономить. Кто берет апартаменты, кто хочет сам себе готовить, кто хочет сэкономить хотя бы какую-нибудь небольшую копеечку. Поэтому управляющая компания все делает так, чтобы в свою очередь загрузить по полной загрузить апартаменты. Соответственно, при самом худшем стечении обстоятельств тот апартамент, который по итогу вам выйдет в 4 миллиона рублей, будет приносить 75 тысяч рублей в месяц. 75 тысяч рублей в месяц. Не меньше. 75 тысяч рублей в месяц. Вот как бы так. Поэтому, конечно же, мне хочется уже перейти также на пассивный доход. Так же, как и вам. Потому что я прекрасно понимаю, что я уже задолбался каждый раз наматывать по 10 тысяч километров по Сочи, по пробкам, по всему остальному.
И я уже задолбался, мягко говоря, пахать, еще раз пахать. Да, конечно, рационально было бы здесь поставить диванчик, но, как показывает практика, как управляющая компания сказала, должна быть кровать. Почему? Потому что люди, когда сейчас снимают жилье, они делают акцент, чтобы была кровать. Потому что, например, я тоже на диване, например, не стал бы спать. Соответственно, сейчас продумывают именно единый стиль. В каком стиле должно быть? Мы сейчас смотрим с вами 20 квадратных метров, двадцаточку. Ну и вот так вот получается. В таком апартаменте, в принципе, отдыхать можно. За счет того, что будет трансфер, за счет того, что здесь сауна, за счет того, что здесь подогреваем бассейн, за счет того, что без пробок на Красную Поляну, без пробок в Олимпийский парк, за счет этого, конечно же, будет, соответственно, и клиентура, которая с большим удовольствием готова будет останавливаться здесь. Потому что люди останавливаются там, где есть инфраструктуру, где можно погулять, где можно, например, вот такую плохую погоду сейчас, да? Вы же не пойдете, например, сейчас на море. Вот погода дрянь, честное слово. Ну, реально дрянь. Но. Большой бассейн подогреваемый и какие-то развлечения делают отдых ваш комфортный, не омрачает. Специально показал вам черновую, чтобы вы понимали, что разница, конечно же, небо и земля. Черновая по-другому совсем смотрится, и кажется, что можно здесь сделать. А наверху мы с вами побывали, и кажется, можно здесь кровать разместить, а там кухня, а там санузел. И оказывается, уже все по-другому. Поэтому то, что здесь будет сдаваться, я уверен на 100%. То, что здесь будет сдаваться круглогодично, я уверен тоже на 100%. То, что можно будет с каждого апартамента зарабатывать по 75 тысяч минимум, а я думаю, что они доведут, чтобы можно было с каждого апартамента в месяц зарабатывать не меньше 100 тысяч тоже. Соответственно, самые быстро окупаемые апартаменты, которые будут. И, конечно же, сейчас эксперты, такие же эксперты, которые мне вчера испортили немножко, испортили умывальник. Конечно же, будет утверждать обратное, да я то, да я все. Ребят, не нужно себя равнять под всех. Есть, конечно, бестолковые люди, которые приезжают, и для них главное это близость к морю и так далее. Но эти люди приезжают только в июле, августе и в середине сентября. Все остальные приезжают в Сочи не из-за моря. Приезжают из-за того, что можно покататься на горных лыжах. Потому что можно сходить на рыбалку. Можно поехать в Абхазию. Можно съездить еще куда-нибудь. Сходить в горы и так далее. И для этих людей, а таких людей становится все больше, 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 это по-настоящему универсальный становится объект. Универсальный объект. Поэтому условия рассрочки просто шикарные. Говорю, полтора миллиона рублей вносите, и вы уже, в принципе, получаете себе часть бизнеса. Но при желании всегда, конечно, уже вот такие маленькие площади легче продать. И даже если у вас что-то пошло не так, вы сможете через полгода продать. Ну, пускай даже не за 5-400, но даже если продадите за 4 миллиона, все равно это очень хорошая прибыль, потому что сейчас на данном этапе вы вносите за такую квартиру всего лишь 1,5 миллиона рублей. И даже если за 4 продадите, это на 1,5 миллиона дешевле, чем застройщика, тоже цены указаны в черновом исполнении, все равно вы будете в хорошем и жирнейшем плюсе. Поэтому хороший вариант, хотя я всегда был против пассивного дохода. Я думал, что я расслаблюсь. Я думал, что нет, я не хочу расслабиться. Я просто хочу немножечко подстраховаться. Да, хочу пассив, потому что мало ли что. Вдруг меня там призовут там на войну. Может, еще куда-нибудь. Как бы я не буду косить. Я не буду никуда убегать, как мои коллеги. Я пойду, отдам долг родине, хотя я ничего не занимал, но все равно отдам. А в то время, пока я буду отдавать долг родине, кто-то должен обеспечивать мою семью. А моя семья – это папа, это мама, это дочка, это, в конце концов, Надя, моя семья. Да, и все равно, как бы, откуда им деньги брать нужно. Именно поэтому я уже и задумываюсь, да, чтобы я, если вдруг исчез на секундочку куда-нибудь,
чтобы они никак не пострадали. И это не говорит, что там я хочу быть бездельником, тунеядцем. Нет, это говорит о том, что я стал немножко дальше смотреть в будущее. Вот как бы так. Поэтому, ребят, если вдруг кто-то из вас хочет наконец-то что-то такое себе разработать, такой пассивный доход определенный, то я рекомендую присмотреться. Еще раз повторюсь, именно для меня даны персональные условия. Вы можете за апартамент внести половину суммы, это 1,5 миллиона рублей, вносите. 1,5 миллиона рублей до 1 марта мы вам организуем. Например, в июле или в августе вносите еще 700 тысяч за ремонт. За мебель всю под ключ тоже еще 150-200 тысяч, в зависимости от размера апартамента. И все. И, соответственно, начинает работать та самая управляющая компания. У меня есть забронированные апартаменты с видом на бассейн, с видом на придомовую территорию. Поэтому тоже можете их рассмотреть. Еще раз повторюсь, я не просто так сюда приехал. Я сам влюбился в этот объект. Да, другие объекты тоже хорошие, все. Но условия на данном объекте пока самые лучшие, которые только можно представить себе. Самые лучшие условия. Поэтому я опять здесь. На этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. Да, строится еще раз с уведомлением на строительство. Канализация центральная. Котельная на каждый дом. Коммунальные платежи низкие. Но опять же, если вы будете квартиру, ну и точнее апартамент будет у вас для работы, то коммунальные платежи оплачивает управляющая компания. Входит в те самые 30%. Уборка и тому подобное, там рекламы и так далее. Поэтому здесь и получается чистая прибыль довольно-таки хорошая. Но есть бестолковые люди, ну не умные, они всегда есть. Поэтому у нас 80% людей, которые живут ниже среднего, которые за 20 миллионов рублей покупают себе, даже в ипотеку, покупают себе 20 квадратных метров в Адлере, в районе курортного городка, и думают, что это будет пассивный доход. Есть люди бестолковые, я их тоже встречаю, даже среди риэлторов. Бывает, ничего страшного там нет, бывает такое. Но по мне, так проще купить 5 апартаментов по 17 квадратных метров на сумму в 20 миллионов рублей. Без ипотек, притом, в рассрочку, отсрочку и так далее. И на выходе, я могу поспорить с кем угодно, что 5 апартаментов в этой локации, где у каждого апартамента себестоимость будет не выше, чем 4 миллиона рублей, принесут гораздо больше, чем один апартамент в курортном городке, где жестко, извиняюсь, прослеживается именно сезонность. Это универсальный объект, подходит и для лета, и для зимы, и место классное. А курортный городок, он подходит только для летнего периода. А лето начинается там с июля месяца, в июне никого в курортном городке нет. Кто живет в курортном городке, они подтвердят мои слова. Так вот, самое разумное, если уж хочется, да, пассивный доход, 5 апартаментов по 4 миллиона рублей. И даже если там вы будете сдавать сезон за 7 тысяч в сутки, а здесь за 5 тысяч, 5 и 5, 25, все равно здесь 5 апартаментов принесет вам 25. Там же в лучшем случае принесет 7 тысяч в сутки. Понимаете? В межсезонье там вы будете сдавать дороже, чем 3 тысячи. Здесь даже если сдать по 2 тысячи в сутки, по 2 тысячи, все равно здесь будет десяточка прилетать. Вот как бы так. И здесь сделаны условия лучше. Нет железной дороги. Пляж Имеретинский, хороший. Территория уже к Сириусу относится. Продавать будет здесь гораздо проще, гораздо легче. Поэтому, ребят, думайте сами, решайте сами. Я показываю объекты для умных людей, которые умеют у нас складывать числа, которые умеют смотреть вперед, которые понимают ценообразование в Сочи, который, в конце концов, не знаю, есть такой хотя бы чуть-чуть элемент логики.
На этом с вами прощаюсь. Всем добра и пока.